могу разогнать. Да даже крылья. Нет, я под крылья, в принципе, под патами могу до сотки разогнать в идеальных условиях. Блин, я не... Ну, такой вот, какая-то ходка просто выскакивает, а не как прямая хилка. И прикольно. У меня, по-моему, квеста. Квеста тут, наверное, нет. Посмотрим. Посмотрим. Ну, этого квеста есть. Так, а как делать квест? А, там какие-то мы ящики. Тебе расскажем. Ящики. Ты возьми квест обязательно только. Я взял. Ну, только первый раз делать надо. Ой, как на автопях интересно будет. А что я? Обязательно. Я не могу ящик квест собрать. Нет, его просто надо рядом с ним встать и завязать. А этот королевский эскорт ты взял? У меня квест развеянные иллюзии сейчас. Маскировка. Королевский спорт нету? Нету. Там, по-моему, либо он дальше будет, либо это что-то не то. Может, я уже сделал? Вы потыкали ящики? Причем только 2 из 5. Угу. Один. Чтоб, короче, инст сразу запускался, чтоб не ждать, пока там болтает Артус. Нужный квест выполнить, королевский эскорт. Его дает вот это. Сейчас вот... Сейчас поболтают с ним. Не, наверное, у меня нету. Или я его делал уже, не знаю. Не может быть. Вы ящики не потыкали, вы куда пошли? Ящики потыкайте, да. Вы куда пошли? Вам надо 5 ящиков потыкать. Пойдем еще раз. Наверху, видишь, написано найденный ящик. Вот 4 найдены теперь. Ну я только тыкать не могу на них. Наверное, я уже делаю ящики. Нет, ты или... тыкаешь не на них, а ты тыкаешь на квестовый предмет в сумке. А что за предмет? У меня, по-моему, нет. Кого уже пошлите? Что-то я не вкупил. По-моему, у меня никакого не было предмета. Да, есть предмет в сумке. Разбиватель чар называется. Такое голубенькое сердечко. Вот ты подходишь к ящику и тыкаешь на этот разбиватель чар. Ну, по-моему, у меня не было его. И сейчас нет. Не могло его не быть, потому что... А, вот он нашел. Квест вначале. Да, нашел. Не сердечко, такая фигня какая-то синяя. Сердечко. И это что, получается, быстрее запустится, да, если сделаешь эти ящики? Да, если не ящики, надо королевский эскорт же квест. Вставай здесь квест, болтай с Артусом дальше. Мы можем там подождать его, мы здесь уже не обязательно. Ну все, взял вот этот эскорт. Взял? Угу. Транзитом. Ну все. Сейчас королевский эскорт сделать это на ласте, когда мы будем. Кстати, вы знали? Я не знала. Несколько месяцев я не могла выполнить квест, вот этот королевский эскорт. Мы, короче, босса убиваем, ласта, и Артес пропадает. То есть мне некому сдать квест. Он, ну, просто исчезает. И один из группы у нас чувак сообразил, что мы слишком быстро бьем ласта, и босс багается. Мы, короче, стояли и херачили его просто автоатакой. Убили его там что-то, ну понятно, да, там минут за 5, а не за 20 секунд. И все. И Артс не забагался, все, ништяк, он не пропал, и я смогла сдать квест. Короче, нам надо не быстро сливать босса, тогда он сможет квест сейчас сдать. А ждать этого Хроми после убийства босса долго пробовали? Да, пробовали. Нет, багается, просто Артус пропадает и все. Понял.
все багается. 30 секунд. И вот я говорю, мы долго, мы его, знаешь, сколько раз убивали? Раз 6. То есть вот Артас, короче, багается. Что, на бочке убивали, надо в геле? Нет, 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 мы в геле убивали. Быстро, мы просто его сливали там за 20 секунд. Он багался. И Хроми не прилетал. Там же должна Хроми прилететь. Мне что-то там пиздит, и ей квест даешь. А Артас должен остаться на месте, когда Ласту убиваем. Вот, а он, короче, убегал обратно туда, в этот... Ну, где его запускаешь перед Ластом. И вот мы опять возвращались к Артасу, опять его запускали. То есть не надо заново инст проходить. Просто к Артасу бежишь, его заново запускаешь, и опять Ласту убиваешь. И вот мы его... До нас дошло, короче, раза с пятого, наверное. Но не до нас, а вот до этого чувака. Он говорит, слушайте, мы, наверное, его убиваем быстро, он багается. Я не знаю, как он это понял. Как это понял. И вот мы его медленно вот так выбивали. Артас остался на месте. Они что-то там болтают с этим, с Малганисом. И потом Хроми на драконе прилетают. И вот ей КВС даёшь. Ну и голосок у него. А вообще вот эти вот квесты... А, кстати, ты увидел, у тебя в сумке это фрагмент зачарованного ювелирного кристалла? Видишь, да? Вот этих штук, 5 штук, короче, собираешь, и у тебя будет кристалл. Вот этот кристалл плюс, по-моему, свечки... И можно будет делать камни плюс 40. Сейчас, короче, а у тебя какие профессии? Сейчас гляну. Погнали. Кожевничество, алхимия, снятие шкур. Короче, вот, если для кого-то ювелир может делать плюс 30, да, Пань? Допустим. Чё? Допустим, да, да. Ага, вот. Короче, плюс 30 ты можешь купить ювелира. И 36 тоже можно. 36 тоже можно, да? А, ну да, тоже, конечно, можно. Я имею в виду это... Ювелир, короче, без... без... твоей помощи, так сказать. Короче, ты можешь 36 купить. Ой, 30 ювелиры можешь покупать, а 36 и 40 можешь делать сам. Да, в принципе, можешь ты купить и 36 и 40 просто... Да, да. Но вопрос купить... в сумме. Да, вопрос в сумме. Вот я просто никак мысли в кучу не соберу. Короче, 36 это ты сам не сможешь сделать. 36 у ювелира покупаешь. Ну, либо там на аукцион, не важно. Тут вон там 30. По карте видишь, да? Стрелочек показывает. Там. Там туда вот. А потом 36 ты делаешь с помощью полирольки. Тоже узнаешь. Ну, попозже, как они делаются. Тоже они в рыбака с ласт впадают. У тебя, кстати, тоже сейчас должно в сумке лежать фрагмент. Очень дешевые на аукционе сейчас. Очень дешевые. Ну, или да, или покупать. Ну, вот в рыбака ходишь, они падают. Делаешь 36, плюс 36 делаешь камень. Вот с помощью полиродки и ледяных шаров. И уже плюс 40 ты делаешь с помощью вот этой вот... Блять, название не помню. Ювелирного камня. Фрагмент, да. Для ювелирного камня. Короче, ты, наверное, вообще ничего не понял, да? Да? Вы мне рассказываете, я все это знаю. Просто... А, ты знаешь? А че молчишь? Ну так иногда гайды надо послушать. Он не молчит. Он не молчит, он слушает. Понятно. У меня оперативка еще не установлена нормально в голове. У меня сейчас, видишь, давно не играл.
Короче, просто на танкование уходит вся оперативка. Понятно. Я вижу, что еще аддонов никаких нет. Привыкаешь, что если человек играет не так давно, ты общаешься с ним, как, собственно, отстало на всякий случай. Я вообще, знаешь, вот если честно, я вот тоже очень долго перерыв у меня был в Вовке, я зашла в одно, я прям, я тебе отвечаю, я была в шоке в полнейшем. Ну, у меня как будто, знаешь, это будто в новую игру какую-то вышла, блин. На пане. А, я на БГ, короче. Мне нужно, естественно, ПВП-шмоги на БГ. А я сунулась, короче, к этим продавцам, ПВП-шным которым. Я что-то там вообще ни хрена не поняла. Раньше так понятно было. Там за, да, за ап, за хонор. И нужно было... Ну, с ареной, как он называется-то, господи. Ну, типа опыт, да? И все. А сейчас там что-то... Там так все сложно, там... То же самое осталось, в принципе. Нужен рейтинг на арене или на БГ и очки. Да, но какой-то и шмот какой-то разный. И что-то... Мне вообще, короче... Шмот что-то разный, да, это круто. Вот, мне что-то, знаешь, так, я так думаю, ну, надо посидеть, посмотреть, почитать, мне что-то так неохота, а тут по БП, короче, у меня этот, ну, аренда, БГ. Думаю, да, блин, насрать, короче, в ПВЕ побегаю, вообще похер. А тут меня Паня увидела, он мне пишет, надевай ПВП шмот. Я говорю, у меня нет его. Он, как так? Ты доколебался. Да, я говорю, ну нет. Ой, нет, мне неохота. Говорю, блин, там читать так до хрена. Ну реально, надо там песочек надо, короче, убить, чтобы все это прочитать, вникнуть, купить, надеть, там продать, зачаровать. Да, и это все. Думаю, да ну нахер, потом. И тут он меня все-таки это принудил, короче. Айда, говорит, я тебе помогу, пошли сделаем. Ой, я так про себя думаю, блядь, так неохота. Ну ладно, пошли. И мы сколько с тобой времени убили? Ну, час убили, да? Да, по-любому час. А вот без тебя я бы, наверное, там два сидела. Пока бы я все это читала. Да, может, даже четыре. А он мне просто тыкал это. Вот это купи, вот это купи, вот это купи. Ой, да, так. Купи! И то. Купи! Ага, и то реально вот мы час потратили, может, полтора. И, кстати, мы с тобой, ты мне, по-моему, камни сделал, да? Да. Чарки я так и не сделала, потому что мне неохота. Блин, мне охота долго. Иди, кстати, разбираться. Блин, вообще. Кстати, как там успеть даже... на БГ после мота? Да, ну, конечно, получше, чем в ПВЕ. В ПВЕ ты там дохнешь сразу. Не знаю, я что в ПВЕ, что в ПВП дохнет замечательно. Но в ПВЕ хилю больше. Не, ну в ПВЕ там, знаешь, как бы ты по КД дохнешь просто. А на ретрик? Да. Ну что, в любом случае будешь дохнуть. Ну, я говорю, в ПВЕ дохнешь по КД просто. Ты просто резнулся, сдох. Я что в ПВП, что в ПВЕ одинаково. Резнулся, сдох. Да? Ну нет, ПВП я когда наделал, конечно, попроще стало. Полегче. Вот, и все равно, знаешь, это... Блин, пока ты вот это... Я говорю, вот я сейчас в гильдию нормально вступила, блин. Пока ты эти печеньки... Ну, я заметила, что по сравнению с X10 все-таки тяжко стало, хуже, тяжко, дольше. Раньше все быстро у нас было. Раньше, опять же, у нас на X10 что было? Завес, око, хиджал. Все, у нас больше ничего не было. И ну как-то... да, по сути, все. И я быстро... трэш в БТ. Ноешки полутать. Угу. Ну, я быстро как бы оделась на X10. Я не помню, что для меня это какого-то труда составило. Очень быстро. А тут, блядь.
Охуеешь в очередь стоять, еще это надо вступить там в какой-то. Ну, это гильдия такую попала, потому что есть гильдия, в которых не такая большая очередь на печеньки. Хотя, хрен его знает, это гильдия, которая сам туда не ходит просто. Ну, слушай, это гильдия как бы везде ходит, не знаю. Ты думаешь, здесь много как бы новичков, поэтому очередь большая. Не новичков, а не одетых. Твинов. Твинов, да, твинов. Ну, очереди реально большие, во-первых, да, твины. Да, кажется, даже на голдранах печеньки все равно очень тяжело достать, поймать. Проще эту всю информацию воспринять, если понять, что тебе на самом деле самый большой буст дадут две печеньки. А, 2-6. Т6, да. Я знаю. И Т6 легче как бы усроить. Нет, я не про Т6, я про ЗС. Грудак и ноги — это как раз самый большой прирост. Да, мне это тоже нужно все равно. Плечи и перчатки — уже прирост не такой большой. Ой, как я рада, что мне не... А, блин, нет, нужно. Такая небольшая таблеточка обезболивающая. Нифига она не обезболивает. Все равно тебе печеньки полутаж через 3 куда, если ходить с кильдей-то. Да, я вот сходил тут с знакомой и с рулем. Слушайте, а этот чувак, который... Оладушекс. Оладушекс. А, Оладушекс. Это он с нами, нет? Нет. А, он просто... А, он с ПП? Рандом. Просто в ЛПГ. Налётный. А, ну понятно. Сова, налётная, отлично. И перебила. А у нас прям этот, как старые добрые времена. Оля, Саша, я и Слава. Помнишь? Понял? Нет, в смысле? Короче... Я их знаю? Я тебя точно не знаю, я все помнила. Ну, я не тоже. Об этой вселенной мало что известно. Так вот, короче... История. Мы раньше встречались? Не-не, слушай, история такая. Значит, мы играли на X2. Вот. Тут Слава, короче, сбрендила поиграть на X4. Да не просто поиграть, а создать там гильдию. Ну, это как раз основание X4 было время. Вот. И позвал он меня. Вот. А я позвал, значит, Сашу и Олю, другую. Вот. Ага. Да. Вот, и мы вчетвером вот начали там качаться. Я там был гоблином. Ай! Вспомнила. Вот и все. Они упрямы. Он там даже перс так и остался тот. Он был ранее стоять. И удивительно, мне кажется даже, что немножко голоса похожи в Оле. Оль. Понятия я не помню. Я еще помню времена, когда мы собирались в Кайпе. Дед, помните? Конечно. Ходили в рейды в Кайпе. Там же тоже можно было конференции делать. Потом Дискорд пришел, я помню, что тогда. Арка. Как-то... Арка сразу было, потом, по-моему, или... Это я не застала. Дискорд, может быть, раньше, но ну, знаю, что раньше сразу в Арка, потом, когда его закрыли, потом в Дискорд перешли все. Я только Дискорд застала. Я помню, что да, тоже у меня такой диссонанс какой-то был в голове. Новая программа, я откуда не знаю ее, кто ее вообще застала. Я почувствовала старость сейчас, отстаньте. Да-да-да. Ты знаешь, я ее постоянно чувствую. Я тут в эту гильдию, когда вступила, этот автоинвайт. Я, ёб твою мать, 21 век, нихуя себе, автоинвайт, это что такое? Мы всех ручками в рейд собирали. Я прям реально, знаешь, такую старуху себе почувствовала. Ну сколько я? Ну правда, я вот не помню, сколько я не играла. Ну, мне кажется,
Какой год? 24-й? Мне кажется, я наверну. Ну, вот как здесь закрыли, открыли, ты, наверное, так и пропал, да? Да, наверное, вот где-то... Сколько тогда? Это? Лет 5? 3? Нет, года 3-4. Ну вот. И X10 закрыли, я еще какое-то время там поторчала, потому что я помню, когда на X10 в БТ ходили трэш. То есть я какое-то время там еще была, потом я его создала персонажа на X2, но я его это не докачала. И вот я вернулась прям, может, полгода назад. Тебя сейчас ваншотнет. Меня? Нет. Танка нашего. Как-то почувствовал себя бессмертным немножко. А в эту гильдию, кстати, Денис, меня закинула Юлька. Ты Юлю помнишь? Здесь Мак. Юля. Меган. Мак. Да, 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 да. Вот она. Она, кстати, тоже с Ульяновска. Он играет до сих пор? Да. А как она оказалась в Ульяновске? Она вроде из Беларуси была. Нет, она все... Ты путаешь. Юля, Мак, Юля. Мегана была. Здесь. Нет, не Мегана. А, тогда не Мегана. Это другой всё, человек. Все, понял. Просто, так, просто Юля, вот имя. Юля, как у меня Ольга, у нее Юля. А. Она тоже... Мы у с ней... меня кроме Меганы никого не было. Не помню-то других. Ты должен ее знать. Она, как я, тоже такой вот ветеран. Перечок, и видишь, у него тоже ник как имя. Ну, практически с основания сервера. А когда, кстати, я начала играть вот на Сирусе. Ну и вообще, в принципе, я только на Сирусе играла, больше нигде не играла. Этот сервак, вообще, вы знаете то, что он ульяновский, этот сервис? Из города Ульяновск, где я живу. Я знаю. Вот. А основателем этого сервака был Ярослав. Мы с ним учились в одном институте в Ульяновске. И, кстати, вы знаете, это прыщавый, закомплексованный чувак. Прям вот реально он учился на ФИСТе, факультет информационных технологий, в Ульяновском государственном университете. Он прям такой прыщавый, закомплексованный, страшный чувак. То есть сейчас бабло гребет лопатой. И он со временем стал крутым чуваком. Я, кажется, понял, про какую Юлю ты говоришь. Все понял. Она, я ее под блоком знаю. Все. Но у нее, да, у нее, кстати, полно персонажей. И если я ничего не путаю, она, по-моему, была девушкой Ярослава. Нет. Юля нет. Другая. Нет. Вот, это, короче... Ярослав делал, да, я на серваке начала играть, вот не соврать, 2009 год, 2009-2010. Подходите, вот пирожки так. Продаю горячие. Только у нас торчит. Так, значит, мы тормозим, да, немножко ДПС? Да, надо ДПС тормозить, надо медленно бить. Я говорю, мы били где-то минуты 3-5. Вот. Я чисто автоатакой била. Я думала, что до такой степени. Хватит просто убить его за пару секунд. А потом Ярослав продал сервак. Сейчас, насколько я знаю, собственник сервака вообще даже не в России живет.
Мне кажется, мы его быстро бьем, вам так не кажется? Нормально. Даже минуты не прошло. Сейчас, короче, если Артис багнется, убежит, то он пропасть должен. Вот, он пропал, видели? Все, идите заново запускайте. Мы быстро убили. Он не должен убежать. Надо медленно бить. Да свершится правосудие. Да сжалится над ним. А, давай еще раз бить. Да, надо, чтобы Артус не убежал. Не пропал. А он сейчас убежал и пропал. Ну, короче, багается. Если быстро бьешь. Бейте автоатаку только. Я думаю, что мы автоатакой забьем. Тут же Берсин. Там лоб придумал в двойном размере за это. Я потеряю сову. Поди, сова бьет. Сова-то не с нами. Это вот мы только автоатакой бьем, и мы уже пол хп снесли? Нет, это сова фигачит. Не надо, надо ей сказать. Как его? Оладушек? Оладушек. Я вот даже не знаю, надо в принципе. У нас же есть. Так, у нас же есть это небольшое требование по стримам, типа. А я же не стримлю. Я знаю, я знаю. Просто у нас был инцидент, что. Все, видишь, Артис не багнулся. Вот он стоит. Сейчас они будут болтать, и сейчас это прилетит Хроми на драконе. Вот Хроме нужно будет сдать квест. Угу. Ладно, это вопрос я вот рисую. Просто был инцидент, что там Вайн поднялся. Типа вот, кто-то там стримит, мы не знаем, мы не в курсе. Надо спрашивать. Ну так стрим это одно, это же типа, как он называется? Запись, я знаю. И я так считаю, что когда такое говорят, это ты находишься, получается, в гильдии, где ФК какой-то есть, конкуренция, там, не знаю, секретные тактики какие-то, которые убивают всех быстрее там в 10 раз. И типа тогда такое стримить нельзя, это понятно. Но тут же ничего такого, наверное, нету. Да я уверен, что нет ничего. Может быть, это. Я даже не очень помню, в чем там был Вайн особо-то. Может быть, в том, что. Во время РТ разговоры какие-нибудь более личного характера идут в этом дело. Саша отошла, и она бы подсказала. Я тут. Саша, а не напомнишь, какая у нас ситуация с этими записью рейдов РТ? Ну, во-первых, он не отключал Дискорд во время стрима. То есть на стриме было все слышно. Во-вторых, он никого об этом не предупредил. Да, вот в этом дело, я думаю, все было. То есть надо
отключать всех, кроме Релла, наверное. Я так понимаю. Кроме себя. А, то есть Релла тоже слушать не надо. Ну, получается, Ладуш, надо... он поверил. Мы во время рейдов не стримим. Не, я не стримлю. У меня... Как он называется? Запись. Запись, и она может через день только появиться. Типа... У меня онлайн нету. Ну, я таким не занимаюсь. Да, и просмотров нет там, собственно. А почему вы не стримите? Ну, я не знаю, я как-то не родился стримером. Ну, не люблю я это. Нет, вы говорите, вот Денис говорит. У нас люди такое не любят. Потому что, во-первых, да, там личные разговоры во время рейда часто бывают. Во-вторых, люди просто это, в принципе, не любят. Не, не бей, не бей. Садишься на маунта, собираешь весь трэш в инсте. Нет, не Акли, стой, давай мы убьем эту фигню. Ну, уже Мишка. А, ну, в принципе, да, как говорится. Давайте мы убьем эту фигню, садись вот на эти... маунта. И да, Акли, беги за мной, короче. Ты, Денис, поставь на себя лучше метку, чтобы я не бегал, куда попало, а то я... Это... Не по правильной траектории буду бежать. Да не, просто беги вперед, что ты, не парься. Просто их надо собирать. Я могу их собрать и баблом на тебя скинуть. И вперед. Блин, я не успела сесть на маунт. Что страшного? Пешком. Что, тут останавливаться? Ну, по краю. За мной три моба бегут. Юзай сальву. Чё, всё, бить? Нет. Не сальву. Ты готов сагрить сейчас меня и всё? Я решил бей. Корону. Бей, бей, бей. Сагриваю. Молодец. Все запускать? Да. Время пришло. Допущено. Это же как в аметистовой, да, здесь? Да. Да. И вот заметь все самые сложные мосты, где долго надо ждать, и где, ну, естественно, тут и урона больше летает. Несложно, краски вот именно... только из-за того, что нужно ждать. Там мобы вылезли. Ну, да, для нас уже сложность, потому что надо ждать. Когда ты не одет, там, типа, 250 левел здесь не выживет. Ну, понятно. Вот, именно в этих инстах, где надо ждать, где, как бы, побольше прилетает и падают вот эти вот зачарованные фрагменты. Но их надо фармить побольше. Фарми, пока ты одеваться будешь. Как бы, ну, я стараюсь их не тратить в мод, который я точно буду менять. Я их не трачу, конечно. Но сет тебе нужно будет обязательно плюс 40 камни ставить. Ну, понятно. Это, самое лучшее. 5 штук тебе... Ну да, в сет. Потому что потом, когда раньше, вот у нас нет, 10 как было, да? Новую шмотку с этим надеваешь, тебе нужно заново ее маскировать и в камни вставлять. Сейчас уже не надо так. Сейчас вот эта шмотка с ювелиркой и с камнем остается. И, ну, просто левел, короче, увеличивается. У нас урона не хватает на трэш.
Маленько попотеем. Вот, короче, на сет прям вот точно надо переставлять. На сет, ну, не знаю, смотреть надо. Например, ты знаешь, что долго не будешь менять там условный пояс. Тоже надо ставить там плюс 40. Подай кулачок, кто чем может. А я скажу на богатом. Я ставлю брюли только хуя. То, что я буду менять. Вот так вот, видишь? Брюли, кстати. Сразу брюли. Мути его и все. На X10 у меня брюли, я не знаю, падали. На X10 они падали раз в 10 чаще. Да, раз, может быть, в 2 недели у меня брюли. Ну нет, вру. Ну, может, раз в месяц. Брюлик падал. Здесь за полгода брюлик у меня не упал ни разу. У меня на X10 за год собралось только 12 или 13 брюлей. Здесь у меня за 4 года игры на паладине сколько? 4 штуки или 5? Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Короче, фарм... Дай пойми, сколько времени. Фарм по нибе прям конкретно, не знаю почему. И усилков, вот я говорю, у меня вот 266 усилков. Какой-то чувак мне сказал недавно, который играет больше меня, он говорит, нихуя себе, тебе еще повезло. У тебя много еще. Ну, а я так про себя думаю, ни хрена себе. Правда? Смотри, на моей категории с моими плюсиками у меня 420 максимум. Там на десятке было за 1000 усилков. Да, да. Я не помню, сколько у меня на десятку смотреть надо, но у меня, да, у меня там точно на 1000. Ну, короче, здесь понизили фарм. Ну, может быть, даже это ключно. Потому что есть дрочеры, которые ни хрена играть не умеют, но каждый день заходят в игру и берут эту монетку с острова. И брюлики покручивают. Делают, да. Угу. Это я. Поэтому, может быть, и лучше сделали, что убрали. Оля, дай кулак. Дай. А у меня же этот. И другие туда. Дай тогда этот панам кулак. Ты прокачан, нет? У меня, да. Тебе кулак нужен? Да, ну давай. Перепака тогда им каски, я кулаки всем давал. С кем по фану можно пвпшить, аренить варом? Вару с кем? Только хил. Только хил? А ДД если? По классике. Протопал. Какая ерунда. Вар протопал. Если он будет играть с ДДшкой, это в основном будет игра в один шанс. То есть ты либо выиграл сразу, либо проиграл сразу. Ну это по фану типа. Да. Так. Солока, я люблю солоку играть. Который ты застал, наверное, да? Солок. Угу. Там, мне кажется, вообще прикольная вещь. Три на три, как надо. Да я, блин, последний раз пвпшил серьезно в 2009, 10, 11 годах. И то на 49 уровне.
Серьезно? Предлагаю создать чаров 19 уровня и пойти на БГ. 19 это круто, конечно, но 49 еще лучше. Там обилок побольше. Интереснее. Поэтому неинтересно. Эйджизм. Не матерись. Ну то как был какой-то анекдот, не матерись, а то боженька язык отхуярит, да? В нашем случае боженька выступает Марго. Я понял. Матриархат. Полнейший. Давно я под матриархатом не ходил. Давно искал такую гильдию. Почему давно не ходил? Не разрешали. В гильдиях в таких не было. Не разрешали ходить под матриархатом? Не, под патриархатом все ходили. Какие-то релы были, которые... Надо в школу, пиздуй, сука, мой ноги, ложись спать, долбоёб. Вот так было. Это реально было, кстати. Реальная история. Знаешь, как муж говорит? Я в доме хозяин. Я решаю, с какого угла мне полы мыть. Я решаю, мой дорогой. Не, я в этом плане, я считаю, что не впадлу должно быть там что-то помыть, что-то убрать, приготовить. Да, это вообще. У нас сама себя читала. Кстати, недавно прям. Мобов потеряли. Вчера, что ли? Мобов потеряли. За мобами нужно бежать. Они сейчас медиву убьют. Кто не убьет? Сейчас мы закончим главным боссом. Разберемся все. В гильдии прямо вот вчера, это вчера у нас в гильд-чате, в дискорде, короче, вот эта тема поднялась, матриархат. И у нас в ГМ гильдии, ну, девчонка молодая прям, я не знаю, сколько ей лет, но по разговорам, по говору, ну, очень молодая, мне кажется, там 22, может быть, 25. И что-то она говорит, вот, у меня папа только яичницу готовил. Все, типа, больше он ничего готовить не умеет. И реально процентов, наверное, 80. Из нашей гильдии тоже говорили, что ну, в семье как бы так принято, что готовят только женщины. Хотя... Пускай помирает с голоду, раз готовить не умеет. Его проблемы. Вот. Как и сказал уже... Денис. И уже... Продолжение будет? Ну вот, да, я рассказываю. И уже я подняла тему, то, что говорю, слушайте, а для меня это острая тема, потому что я сейчас в декрете нахожусь. И, ну, да, я вообще вот это не люблю, как бы. Я сразу с мужем, я сразу на берегу договаривалась, еще до того, как мы там начали встречаться. Говорю, слушай, братан, я не тот человек. Я не буду пидорасить квартиру, там готовить еду, а ты будешь только работать. Нет, чувак, давай сразу. Ты имеешь в виду не пидорасить в одно рыло, то есть ты имеешь в виду, что как-то по очереди. Я считаю, то, что сейчас это раньше, да, я согласна, вот в советское время, да, в деревнях, мужчина в поле, да. Ну да, деревня-то совсем другое дело, там же хозяйство. Это тяжелое, да, это тяжело было там в поле работать, на тракторе, скотину там, прочее. Вообще откуда пошли вот эти вот, да, нормы в обществе, что там женщина там дома, да, мужчина там зарабатывает вне дома. Мужчина, короче, вне дома работает, а женщина дома работает. Это вот пошло как раз-таки, мне кажется, из... Слушайте, а у нас равноправие или феминисты есть, феминистки есть какие-то здесь, ну, в гильдии? Ты знаешь, феминистки, они как раз-таки были за равноправие, а не за правление женщин. Это я знаю, это что изначально, ну... Они не за матриархат были, да, да, они за равноправие. Я за равноправие, наверное, меня можно феминистки называть. Ну, я феминину, кстати, в большинстве своем неправильно понимают. Вот ну, большинство да. людей понимают феминизм как матриархат.
ну, это неправильно. Феминистки, они всегда были за равноправие. Вот. Просто сейчас все как-то смешалось. А, ну вот, Советского Союза вот это вот пошло, да? Мужчины там в поле работают, женщины там дома работают. Но сейчас почему-то где-то, я считаю, это какие-то такие, не знаю, какие-то общества, которые считают до сих пор, что так и должно быть. Сейчас уже другое время, сейчас вот, ну, возьмем среднестатистическую семью, да, там женщина работает, ну, предположим, не знаю, в колл-центре Сбербанка, мужчина работает менеджером по продажам в автосалоне. У них абсолютно одинаковая работа, они абсолютно одинаково утрачивают энергию, и в таком случае, я думаю, оба должны бытовую работу выполнять. А большинство мужчин считает, что нет, ты же женщина, ты же должна убирать дома. Ну как так? Вы же одинаково вообще. Вы одинаково тратите энергию и ресурсы. И женщины, и мужчины, вы одинаково там приносите, да, там, деньги в семью. Даже зачастую бывает, женщины больше приносят. Но почему-то много мужчин говорят, что нет, ты должна дома убираться. Да блин, почему? Я и дома убираюсь, я и работаю, я и, блин, рожаю. Я и с ребенком. Ну как-то нечестно. Аж 2 красных выпало, обалдеть. Редкость. Вот у меня сейчас в сумке лежит 6 фрагментов зачарованного кристалла. Да, один сделал. Видишь, да, один сделал. Uh-huh. Вот. Вот с помощью вот этого одного, который ты сделал. Заполированный камень там можно улучшить. Да, он будет плюс 40. Так, пошлите мне, сделаем, пожалуйста, эту штуку. По БП. А это что такое? А что это у тебя по БП? Нужно мне убить 6 персонажей в открытом мире. Ну, ренегаты тоже канают. А куда идти? На Кильдонас. Я не знаю, куда. Кильдонас? На Кильдонас. На Толгород. На Кильдонасе тебя шотнут, на Толгороде. Тебе вон Денис покрывать может. Давайте. Сейчас я только... Прям я 5 сек. Сейчас я уже практически долетела до этого... До Зорта. У Зорта тоже сейчас я сделаю по БП. Портал надо посетить. Ну, порталы тоже. Посетите один из 4 порталов. Обалдеть. Ни разу эту подножку не делала. Всегда скидывала. Как ты не делала? Ты скидывала? Ну, я уже прям здесь, рядышком. А у меня тоже, кстати, есть квест на убийство в открытом мире. Но они обычно делаются, когда Норика убиваем. Ой, ты внизу, да? Я не знаю, где я, в жареном пятачке. Выйди из этого. Я ищу выход. Португа. Садись пока. Я тебе покажу более-менее. Так, таверна, жареный пятачок. Не понял. Вот ты, короче, что портуешься, выходишь прямо на выход, и тут вот самая высокая башня. Тут... Ой, блин, я с включенным говорю. Вот самая высокая башня. Вот тут вот эта вот площадка. Тут вот эти самые... А, перемещалки, да? Да. Так. Ну и вот давай, допустим, Толгород. У меня какой-то квест был. Вот испытание отвагой. Его где сдавать? В этот Парадару давай посмотрим. Тогда выходим отсюда. И летим. Так, наверное, где-то был здесь, да? Слева. Во, точно. Ничего себе. Кстати, Вольф, надеюсь, с коняшками все в порядке? Да, конечно. Я сейчас уже там, естественно, практически не появляюсь.
А чё, я не могу туда попасть. Ну всё в порядке. Кстати, завтра еду на похороны девчонки, которые... Ну, короче, много лет вместе мы были там, на коняшках. А жалко, я чуть за 40 от рака умерла. Ай-яй. Угу. Сперва век никак не придумать. Разъясняю для не знающих. У Оли есть увлечение, она прям с конями. Как это называется? Более правильно. Верховая езда. Да. Верховая езда, да. Ну, я конкур, именно конкур, мое направление, это преодоление препятствий. Я с 10 лет этим занимаюсь. Сейчас мне 34. Ну, сейчас я в декрете, и сейчас я практически этим занимаюсь. Так, катаюсь иногда. О, просто пауза. Саш, тебе пойти давать, нет? Слушай, мне... Нет, спасибо, сами управитесь. Сами убьетесь. Я без меня. Квестов наберу вот этих. О, кстати, я тоже сегодня квесты не делала. Сейчас я вас поубиваю. И пойдем вместе квесты делать. А где тут ближайшее кладбище? А, в крепости, где я нахожусь. По-моему, нельзя дважды убивать одного и того же. А я их по очереди могу поубивать? По-моему, не засчитывают. Не засчитывают? Можно попробовать. Нет, ты говоришь в пати? Нет, нет, в принципе, что нельзя убивать одного и того же дважды для БП. Не засчитывают. Я проверю. Ну, сейчас проверим, да. Логично. Проверьте вдруг. Угу. Значит, мы к тебе бежим, да? Рискуя своими жизнями. А вы где? На другой стороне. А-а-а, это там ренегаты? Ренегаты с обеих сторон есть. А, ты же итальянец, я понял все. А там кто? Кто где? Там... Куда? Ну вот с той стороны, откуда вы бежите, Тамара, да? Да. Я всегда думала, что за крепость там. Дети кукурузы X1. Ой-ой-ой, страшно. Страшно не ходить. Так, что мне к тебе идти? Да, пойдем сюда. Надо на всех персов сделать ренегата и по... чтобы она убила, получается. Сколько у меня персов есть? Друид, рога, прист, это уже 3, вар, 4 и ДК 5. О, нормально. Оля, беги к нам уже. Я бегу, я просто брала. Идем, не дождемся. Сейчас. Блин, подождите, я сейчас это... Еще сбегаю, био. Две минуточки, ладно? А то я уже все, я уже не могу терпеть. Я, короче, шестеренки собираю. Кто-то в инвизе рядом ходит. Выбить из инвиза. Режим войны отключаем, она никого убить не сможет. Так, давай рыбпати сделаем. Так, у тебя ЕПГП лутмастер типа стоит? У кого? Да. Нет, никаких аддонов еще нет. Она, значит, по ЕПГП, вот этой табличкой, как мы тогда играли. На РТ у нас, значит, надо подписаться в календаре, если что. И там уже Марго раздает автоматически всем приглашение. А мне приз какой-то бьет, это кто? Это наш? Не-не, это не наш, бей его. Якут какой-то. Ой, это козел.
Так, это наша. Подожди, а Якут не может тебя пить. Якут. И почему я не могу вас пить? Якут. Потому что у тебя режим войны отключен. Блин. А пойдем в эту, в крепость, видимо. В крепости же можно? Наверное. Не знаю, пошли. Так, где ты? В мою крепость? Да, вот где на Эригорн. А, вот. Тебе очень часто будут писать гадость про... основываясь на том, что ты состоишь в гильдии. Я не знаю, у нас очень почему-то... популярная гильдия. Да, популярная гильдия для... А ваша? Да. Ничего себе. А так где? Я вас не вижу около Норика. Давайте, да. Давайте наверх. Поднимайтесь наверх. А, мы на разных слоях. Ну ладно. Это, Денис, разденься. Зачем ты будешь? Нет. Вот, порт. Смотрим. Кофе? Ты ну, давай. Так, ты что думаешь, ПВП работает с этот... Я в ПВЕ. Поломка? Кто работает? Поломка вещей, думаешь, работает? Ну, конечно. Почему ПВП? Нет, ПВП не работает. Ну, оно уже сейчас как бы не ПВП. Мы же сейчас просто в открытом мире, оно работает. По-любому. Вот подойди сейчас, починишь мод. Сообщений нет таких. Да? Я проверю. Вот так, все, я убил, и у меня написано два персонажа убито. Я убил все-таки ее. Нет, Якут. Нет, я... Рассказать просто хочу. Так, вот секунда прошла. Давай бей. А, погоди. Нет. Сейчас хочу отремонтировать просто. Допустим. Теперь бей. О, все, работает. 3 мне засчиталось убийство. Значит, можно одного и того же персонажа убивать. Так вот, Якут этот пришел к нам в гильдию своим твином. Вот. При этом не сказал, что у него есть твин, то есть основа. Типа, угу. Вот я новенький на этом сервере, туда-сюда, давайте. И причем он был вместе со своей компанией друзей, втроем они были. Вот. Я сразу заприметил, говорю, почему у них ники в Дискорде очень-очень подозрительно похожие на ники других игроков существующих. Вот. И сразу об этом как бы сказал, говорю, вот, ребят, скорее всего, это твинки. Решили посмотреть, что получится. Вот. И в итоге они начали вообще наглеть уже. Приходили на РТ, офались и заходили на основу своей. На своем РТ. Другой гильдии. Ну и в конце концов Марго вот как бы тоже заприметил и их турнули. А смысл то, что они офались? Они же не получали никаких плюшек. ЕП. Это у вас тоже есть, да, такое практикуется? В запасе сидишь и ЕПЛ юзаешь. Ну, это же очень подозрительно, когда ты приходишь на РТ и постоянно в запасе сидишь. Да, не сказала бы. На все любители всегда на замене сидеть. Ну, вообще, кстати, очень удобно. Я на правах мамочки постоянно юзаю халявные ЕП.
Ну реально, у меня иной раз я даже злоупотребляю его. У меня еще спит пиздюк, а я говорю, все, он меня не спит, меня на замену, пожалуйста. Я сижу и пойду. Я чувствую, вы записали это, я надеюсь? Я записал, продам за 100 тысяч голды. Ну, короче, это самое. Чтоб камни там сделать нормально. Не, ну, блин, мне можно это простить. Я, тем более, нет, я так никогда не скажу. Если я прощаю. Вижу, я прощаю. Я вижу, замены нет, я так не скажу, конечно. Ну ты мне камни только сделай. Оль, замени, там. Ты там не увлеклась? Это у меня последний раз. А ты этот, мы так долго будем. Нет, я вам набрала, все, у меня все, да, все. Я увлеклась, но ты... Пошлите. Привыкаешь, да? Просто так нас уничтожали. Нет, нет. А у вас какие квесты у нас? Только выполнилось. Они же немножко отличаются. У нас одинаково. Да нет. Ну, плюс-минус, да. Плюс-минус, там, да. Там, грубо говоря, на одной локации, но мне, например, нужно какие-нибудь там ящики собрать, и тебе мобов пробить. Фишка в том, что мне надо сначала накопить эти, чтобы купить контракты, и потом уже контракты делать. А, ну сначала, значит, обычно сейчас просто поделаем. Так дорого. И что у тебя, на какой первый квест пойдем делать? Какие есть, как... куда поедете? Давай, пань, вези. А я не делаю. Баланда? Не делаешь? А что ты не делаешь? У меня фул. Они у вас разные будут. Ну, купи маунта какого-нибудь, что ты не купил? Не, у меня есть ракета любви, у меня есть двухместный летающий маунт, есть темный феникс. Нет, я имею в виду вот за вот эти вот знаки какого-нибудь маунта купи. Нет, не хочу. Всех купил? Нет? Не хочу ничего нового. Я и так еле-еле нахожу их. А мне... Получается, вот на вторую категорию Инферноса надо убивать. Кардос. Там, наверное, какие-то усилки дадут. Да. Так, ну давайте тогда я вас повезу. Давай, вези. Давай. Так, первый квест. У меня эти... Итины. Вот у меня тут баланда есть, вот 4 штуки надо залутать ящики, короче. О, сейчас слезу. У тебя баланды? Ага, сейчас 4 давай, штуки. Давай лутай, видишь, у нас одна локация, а квесты разные. Тебе нужно эти штучки собрать, а мне нужно мобов здесь поубивать. О, вы куда-то исчезли. Давай. Я сейчас... Да, это текстуры. Ладно, я собрал 12. Это нормально, короче. О, 12 уже? Ты да, было да. Сбил. У меня 8 было из 12. Мы пока ехали сюда. Все понятно. Сейчас я мобов убью. У меня здесь мобы. Я, короче, пока детали пойду собирать. Давай. Ой, я сейчас умру. Тут, кстати, на острове... Я не знаю, почему не делают это. Часто ХП проебываю. Именно на острове. Здесь просто мгновенно все происходит. Да, тут очень быстро, да. Хоть и латы. Как здесь вообще ткань, как здесь квест делают, интересно. Кайтят. Так тут же ядра, броню-то игнорят. Поэтому не важно. Все, здесь я сделала. Мне тоже, кстати, нужны детальки. О, я терпеть не могу этих крыс. Они как эти, как мухи назойливые. Мешают дальше лутать.
Надо не забыть отключить PvP режим. Да, это дело. Ой, меня кто-то бьет. Ваня, давай помогай, меня сейчас убьют. Ты в ПВЕ, да? Угу. Меня убил какой-то хер. Это самый якут. Какой-то вар. А как он меня убил, если у меня выключен ПВП режим? У тебя два ренегата в группе. Кто это? Два ренегата в группе у тебя. Ну и чувак. И мы с тобой союзники. Вот и получай. И типа отключается, да, вот этот вот? Да-да-да. Я понял. Да, ренегат это боль. Я говорю, блин, полупидоры. Не знаю, не везет только вам, меня практически никогда не трогают на ренегате. Я дальше куда-то делаю, что-то его не видать. И ты убил его. Я его не стал там. Ой, ой, страшно. Бегите! Что, за тобой охотятся? Да! Все, капец тебе. Тебя похитить? Слушай, а он для меня нет. Я не могу его убить, вот который за тобой сейчас бежал. Ну? Да, можно, можно, можно похилить. Я пока живой. А я не могу, я и тебя хилить не могу. А где вы находитесь? Кинь приглас. Потому ты что... для меня желтый. Потому что ренегат мертвый. Что себе. Баню забили. И вот сейчас мы их накажем. Где вы? А, вам поэтину? Слушай, вот это же он меня убил. Почему я сейчас не могу его тронуть, хотя я также с вами в пати? Я пишу это, если что. Ой, я этот PvP режим вообще не понимаю, не люблю. Я тоже. Вот этот чувак, который тебя сейчас убил, это он меня убивал. А там сейчас вот. я не могу его тронуть. Он для меня сейчас красный, но бить я не могу его. Может, там какое-то время, типа как бой спадает. Это все для меня очень сложная система. Он убежал, и он за мной бежит, кстати. Он меня догоняет. Беги быстрее. Бегу быстрее. Значит, ты тоже для него PvP активно, да? Ну да, я же ренегат. Ну что? Денис, ты готов вставать? Да. 50 секунд. Плохо. Потому что я здесь, и он здесь. Советую сваливать. Беги дальше. Остановите. Блин, я не могу, я также не могу убить. Он для меня красный, но... Денис. А, все, меня застанили. Эфирея. Дай БР, что ли. А где тело? Меня всё. Убили. Всё. Слишком быстро. А ты в ПВЕ, что ли? Да. Сказала, что я бешмота. Да, плохо. Вот даже папа не успела поражать. Все, мы свалили. Нет, не вижу. Я готов вставать. Ну ладно, пошли они в жопу, пошлите квест. Ты ж меня там гонят. А подожди, у меня ж есть джипс. Стоять. А, понятно. Кстати, ты проверил? Или я прослушала? Вот я тебя убивала, когда у тебя ломался шмот. Нет, я полностью целый. Да, значит,
На БГ, не на БГ, шмот ломается. Так, что мы дальше пойдем делать? Я в повода, короче, если что. У тебя... Как тебя зовут? Слава. Который... Слава. О, Слав, у тебя вот где... Вот куда я бегу. У тебя там что за квест? Этины. Вот, пошли. У меня тоже этины. Надо три штуки убить. Так, а ты сколько квестов сделал? Ну, не знаю, три, по-моему. Три? Детали, баланда и эти. Сейчас... Один договор стоит два знака, да, по-моему? Четыре, по-моему. Да. Так, или это нам два? Надо... 12 знаков, получается, да? Угу. На 6 договоров. А 12 квестов есть здесь? Да, вроде как раз должно быть. А, ну все, значит, сначала все квесты делаем. Так, у тебя вот здесь есть, куда мы сейчас идем? Липкая пауки. Паутина. Да, вот это. 8 есть? Паутины, да. Угу, мне тоже. 2. У меня еще пока 1. Они с одного моба всем? Так, вот тут. Они с одного моба всем, да. Живи, пожалуйста. Я опять вас не могу. Вот вы деретесь? Я не могу вас. Я не... Вы для меня, кто в моей группе, вы для меня желтые. Я не могу вас хилить. А они для меня красные, но я не могу их стукнуть. Дай! Не могу его заставить. О, Якуту пизда. Поэтому вот этот вот, который вар, которого вы сейчас бьете, это он меня убил. Угу. Никогда не понимал этих пвп-шеров. Ну, если бы по им тоже нужно убивать, как она сейчас убивала. Куда он исчез? А, вот он. Его сдули. Да-да-да. Я что-то думала он это, ну, типа, из игры вышел. Блок. Пока. Так нельзя, говорю вам, так нельзя. Пока. Мощь пустила. Ой, я пока что-то делала на 2 убийства. Хорош. Я обожаю экстрим. С делами покончено, можно и отдохнуть. Сучки, сюда! Никто не знает, с какого это фильма? Нет. 3X. Да? Mm-hmm. Я смотрел 3X. Не помню. Но там, где они в клуб зашли, эй, говорит, проваливай с моего клуба. Ну ладно, я ухожу. Зато вы пускаете к себе копов. Ну-ка, иди-ка сюда, говорит. Покажи-ка мне, где коп. Вон он, говорит. Ну, его приводят. Я, говорит, служащий банка. Что я сделал? Ничего не понимаю. Этот, говорит, дизель-то берет. Хоп, достает этот жетон. А это... Тебя бьет? Меня тоже бьет. А это что, говорит, билет на трамвай? Как ты узнал, говорит, что он коп? Да он когда расплачивался, говорит... Он пристреснулся. На пол бара, говорит, светил своим жетоном. Нет, я что-то не помню. Ой, меня сейчас убьют. Это повод пересмотреть фильм. Угу. Блин, почему? Стань пристан, стань пристан, пожалуйста. Я не могу с вами вообще ничего сделать. А, ну то раньше, вам я тоже ничего не могу тебе сделать. Не хит, ничего вообще. Да как они меня до этого убили?
Прест, все, прест мертв. Добивай, Вара. Блок. Промах. Блок. Промах. И... О, петушары, блядь, припустили лохов. Сука. Надо, короче, видос этот снять им, короче, как их уничтожили и распространить. А, это чай с вареньем. И им в гильдию зайти, в дискорд и кинуть туда. И вот эту мою фразу. Опустили. Потом детей кукурузы еще больше ненавидеть будут. Ладно, тогда не будет. Подлые кукурузы убивать. Да ладно, нам не привыкать. Так, у меня здесь, где я стою, колос. У тебя что там за квест? Тоже колос. Колос. На этих еще поубиваем пару десятков раз. Они вот сейчас встанут и нас будут уничтожать, да? Ну, надо бежать, вам пошлите. Они будут сами уничтожаться. Да. Пойдем быстрее, скорее, колос подходит. Все, иду. Потом три жука добью. Колос подходит. А я тебя хилить не могу. А вы меня? Блин. Колос. Это ты знаешь, как в ЦЛК есть боссы, совет принцев крови. Талдаром, Валанар и Келесет. Мои любимые боссы. Будь тебя с ударениями. Да. А куда мы побежали? Не знаю, я всегда так. Они резнулись. Где они? Вот они. Я в инвиз пошел. Стан такой. Они хилятся. Шо, убежали? Нет. Их этот паук потянул. Так, сейчас погоди, давай. Стой. Мне по кому стан дать? По Вару? А вот Вар. По престолу, не трогай. Я уже дал по Вару. Второй дал. Так, по престолу. Все, по Вару. Убили. Сейчас по Вара замедлим. Стан. Все, грызи Вары. Ты, а я жука побью. Ты можешь угрызть или нет? Давай похварим паучков. Нет, давай Вару догрызем. Я могу в вашу сторону откинуть. Нет, не могу, он не откинулся. Дамажится, стухнет. Паучков сладкий. Не паук, просто засадил, я считаю, вообще. Так, все, 8 этих собрал. Дальше. Дальше, где я нахожусь, у тебя что за квест? Некромантия, вот это. И короче, какие-то там эти... Не убивают квесты, пошли вот. Еще побьем. Вот они сюда. Они справятся. Ну они рисуются, долго будут. А кого побить хотите? Этих типов? Их. Да, да, тех самых. Да ладно, они найдут нас, чё ты. Придут полгильдии. Ну, кстати, так они, да. Они первые нас убили вообще ни за что, ни про что. Ну, не знаю. Они все убили. Это не помешает им. Мы не особенные в этом плане. Да. Нужно Тёму позвать, если он еще не спит. О, так вот. Кстати, баня для меня до сих пор желтый, как будто он на моей группе. А это уже для меня нормально зелененькая. Так вот, на Заре у тебя был квест, да? Выполнил. Угу. Кости сделал. А два Кости защитника. Собрал? Кости собрал, два защитника убил и типа в этой. Ага, все, пошли дальше. Второй защитники там... потом будут еще в другом квесте. Во второй башне. Нам направо.
Так, сейчас какой? Порталы? Порталы культисты? Нет, сейчас защитников добьем. И прямо дальше квест. Вот у меня 4 кованых оружия надо. А у тебя что там? Так. У меня там... Ай, блядь, Элорикус. С этого саблила. Два портала и культисты. Они стоят, если а, что. А, ну там. Вот, у тебя культисты там, вот, маленько отличаются. Ай, да нахрен, их пошли дальше. Кипруцу убьем. Ой, смотри, сапротик он выпил. Так, пошли сюда, добьем этих защитников. Блин, их здесь нету. А, вон два стоит. Сейчас, короче, надо будет подождать, чтобы они порезались. Не знаю. Тебе надо 8, да, защитников? Угу. Уже 6. Уже 6. У меня один остался пока. Нужно больше ярости. А вон они все резнулись. Иди сюда. Восемь из десяти. Угу. Ну вот еще два. Все? Да, вроде. Да, все. Угу. Культист убитый. О, круто. Угу. Он сюда с кем-то прибежал. Мы убили его, мы поэтому он засчитался. Прибили. Так, где эта бомбочка? Она у тебя в сумке лежит. О, это моё. Нашёл? Да, один портал убитый. С один остался. Всего два портала. А эти все убиты? Да, культисты, да. Теперь 10 духов обрело покой. Сейчас а, я доделаю здесь квест. Там и страшный квест. Почему? Я доделала. У меня тоже остались только 10 духов и все. И эти. А. Контракты. Слово вспоминал, вы представляете, да? Контракт. Это все, это декрет. Жулики не воры, заключили контракты. Сейчас вот этот квест доделаем. Мы сейчас здесь постоим, подождем, ты пойдешь контракт купишь, и вот с этого босса начнем с ним убитки. Там, где там? Ты знаешь, где есть контракт? О, мне Юлька пишет. Засчитывает тоже. А не дай мне лидер, я Юрку добавлю. Ну блин, ну в группе, сучка. Мне да, тоже засчитывает. Ты делаешь, он не засчитывает. Где ты делаешь? Я в ТТГ пати собираю. Ну, в ТТГ идет. Сучка. Это тюрьма. Бой там был. Даже вел. Я помню этот ужасный рейд. ТТГ. Я, кстати, знаешь что? Я один раз только был в ТТГ. Что там реально нормальный шмот?
Там есть парочка вещей очень хороших. Да? Мне кажется, продуктивнее ходить в рейд с гильдией. А туда уж так, если свободное время есть. Но у меня нет этого свободного времени. Так, что мне идти покупать? Эти. Да, все, мы квесты все сделали. Сейчас все квесты сдаешь, покупаешь, и вот с этого босса начинаем, мы тебя ждем.